несмотря на все текущие сложности, всякие ограничения, проблемы, проект развивается, число резидентов фонда растет, общее количество участников приближается уже к 1500, создано 18 тысяч рабочих мест. Это высокотехнологичные места, которые появляются и здесь, и в других регионах страны. Но география проекта не ограничивается только Россией. Принято решение об открытии представительства фонда в Китайской Народной Республике. Это действительно хорошо.